«Помочь может каждый» – таков девиз группы волонтеров Карачаево-Черкесского педагогического колледжа имени Умара Хабекова. Эти ребята вместе со своими преподавателями вот уже полгода периодически посещают госпиталь для тяжелобольных животных «Белый клык». Каждый месяц они приобретают корма для кошек и собак и передают их руководителю госпиталя. В этот раз нанести визит хвостатым постояльцам студенты колледжа решили незапланированно. Оттого людей собралось не так много, как обычно. Несмотря на это, общение с пушистыми, как и всегда, удалось на славу. Как рассказывают преподаватели колледжа, каждый раз их воспитанники проявляют похвальное рвение и с большой охотой стараются помогать обездоленным кошкам и собакам. Во-первых, мне нравится, что нет равнодушных. Дети поняли, что это надо делать каждый понедельник, это надо делать регулярно. Это дети, которые хотят прийти, просто очень далеко находится сам этот госпиталь. И первый раз мы арендовали там машины, дети брали такси, нас было гораздо больше. И дети хотят действительно помогать. И именно вот эта доброта, которая спасет мир, вот это отношение к братьям наших меньшим, оно позволяет как раз-таки раскрыть вот эти чувства, которые в дальнейшем они могут применить в жизни не только к животным. В социальных сетях мы увидели его страничку, потом мы узнали, что есть магазин, в котором работает Анар, и мы собрали, был сбор денег добровольный, кто сколько хотел, кто сколько мог, собрали деньги, корм и принесли под Новый год в магазин. И с тех пор, да, на постоянной основе у нас мы осуществляем помощь, корм и помогаем. Мы считаем, что если помощь, то она должна быть неоднократная, потому что в такое тяжелое время, если не мы, то кто? Поэтому хотелось бы, чтобы люди больше помогали, чтобы больше было таких организаций, которые помогают животным. В прошлый раз мы были примерно месяц назад, мы заметили, что здесь появились новые животные. Кто-то стал более здоров, вот кошки, то есть, да, изменения мы видим в лучшую сторону. Во время визита в госпиталь у ребят появляется отличная возможность пообщаться с животными поближе. Им также удается немного помочь по хозяйству, где-то напоить собак или прибраться на территории. Но самое драгоценное, что они могут сделать, это подарить толику тепла и заботы здешним обитателям. Так, например, Анастасия Данильченко, одна из волонтеров колледжа, в каждый свой визит старается уделить внимание буквально всем. Я люблю животных, потому что это наши младшие друзья, о которых мы должны любить и заботиться каждую минуту, секунду нашей жизни. Эти животные ищут свой дом, хотят попасть в очень надежные и хорошие руки, которые будут любить каждую секунду. Я считаю, что каждый человек, он не только должен, но он обязан помочь животным, так как... Но никто не виноват, что у них такая жизнь сложилась. Как рассказывают гости, они не случайно выбрали госпиталь «Белый клык». Им очень понравилось, как руководитель приюта относится к животным и то, какие условия созданы для их содержания. Здесь всегда чистота, здесь всегда порядок, ухоженные животные, накормленные, чистые вольеры. Я знаю, насколько это большой кропотливый труд. Я слежу за Анаром тоже вот в соцсетях и знаю, что в 5 часов утра зима, он уже здесь. Причем какая бы погода ни была, какие бы праздники ни были. То есть эта работа не имеет выходных, она не имеет праздников, она на постоянной основе, она ежедневная, ежечасная. Это большая ответственность. И, конечно, я очень преклоняюсь перед Анаром именно в том плане, что молодой человек, и мы как раз-таки всегда там рассуждаем по поводу поколения, какое оно у нас здоровое или нездоровое. И вот, глядя на таких молодых людей, я могу сказать, что я спокойна за поколение молодое. Оно действительно нормальное, здоровое, ответственное. И я горжусь этими молодыми людьми. Как рассказывает сам руководитель госпиталя Анар Баширов, за последние несколько месяцев у них произошли положительные изменения. Была облагорожена территория госпиталя, появилось больше посадочных мест. Все это стало возможным благодаря помощи неравнодушных людей, которые собирают пожертвования животным. Правда, от местных властей помощи пока никакой добиться не удалось. Несмотря на громкие обещания, содержание госпиталя по-прежнему лежит на плечах самого Анара и жителей республики. Среди постояльцев, как и прежде, обездоленные, поколения.
покалеченные, обиженные человеком животные. Каждого из них Анар буквально своими руками выхаживает и возвращает с того света. Амелия была найдена в городе Карачаевск. У нее была раздроблена челюсть вот в этой стороне. В нее стреляли. Долгое время лечили ее в Ставрополе. Вот сейчас она полностью, ну, практически полностью здорова. Ну и будем искать ей дом. Я видела, ну, следила за судьбой каждой собаки. И сейчас каждая собака практически здоровая. И у нее есть хоть никакой на свой дом. Поэтому, ну, я очень благодарна Анару. Прям, ну, человек сердце. Немало среди обитателей покалеченных и брошенных кошек. Содержание и лечение каждой из них обходится в круглую сумму. А все ветеринарные услуги оказываются в прямом смысле в долг. У кошки была травма тазобедренной кости. У нее вот сейчас тоже лапка отсохшая, передняя. Мы ее будем ампутировать. Сейчас она находится на реабилитации и подготовке к операции, так как лапа ей, к сожалению, мешает. Но с задними лапками ничего сделать невозможно, потому что там все раздроблено, и кошка пожизненно остается инвалидом. А где ты ее нашел? Кошечку нашли на трассе. Ее сбили, да? Да, скорее всего, сбили. Может быть, был сильный удар. Кошечка Шаня, ей примерно где-то лет 12-13, это установила клиника. Кошечка полностью слепая, у нее дезориентир, она очень плохо ориентируется. Кошечка в таком истощенном состоянии, ну, скорее всего, из-за старости. Ну вот, стараемся помочь и поддержать ее в последние ее дни. Всем этим животным помогают люди не только из Карачаева-Черкесии. Среди неравнодушных часто бывают жители других регионов России. Так, например, Юлия Ефимова приехала из Санкт-Петербурга, чтобы лично познакомиться с Анаром и увидеть животных своими глазами. Я приезжаю сюда к родственникам в аул Адыгехабль. Я случайно совершенно познакомилась с Анаром в позапрошлом, наверное, году, потому что я сама помогаю в Петербурге собакам, и у нас бегала собака по аулу, и я решила всеми способами ее спасти. И как-то мне дали телефон Анара, и мы таким образом с ним связались. Но мы не общались, я узнала про госпиталь «Белый клык», а потом решила зимой приехать уже помочь, собрала все, что могла дома, и все привезла, чем могла, помогла. Девушка работает в сфере рекламного бизнеса, поэтому решила помочь госпиталю с полиграфическими услугами. Благодаря ей появился большой и красочный баннер. Вообще, Юля уверена, что «Белый клык» является одним из самых хороших приютов для содержания больных животных. Ведь ей, как зооактивисту, есть с чем сравнивать. У нас есть тоже один приют, всего лишь где помогают, там только собаки-инвалиды, которые тоже после жестокого обращения, но у нас там немножко по-другому. Так как это все-таки север, и у нас холодно, грязно, нет возможности содержать вот так вот открыто, они содержатся в доме. То есть там живут волонтеры, они живут там сменно, помогают, ну, за зарплату, естественно, только таким образом. То есть здесь хорошо то, что собаки могут свободно гулять. Но у нас приезжают люди, гуляют, то есть мы просто там в выходные можем поехать, взять 3 собаки, вывести их за пределы приюта. Ну, здесь, конечно, все проще. Поэтому в плане юга, конечно, приют, он лучшее расположение не найдешь. Безусловно, чтобы обеспечить достойное содержание животных и дальнейшее функционирование госпиталя, необходима любая посильная помощь от неравнодушных граждан. На сегодняшний день в госпитале содержится порядка 100 животных, еще несколько десятков находятся на передержке. В связи с этим госпиталю практически ежедневно требуется большое количество корма и медикаментов. Ну а его постояльцам только любви и заботы, которые может подарить им любой желающий.